Вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Здравствуйте. Раздельный сбор твердых бытовых отходов активно внедряется в жизнь россиян. Так, новые технологии, например, позволяют дать вторую жизнь пластику. Вместо того, чтобы его, как прежде, закапывать, его можно перерабатывать раз за разом. Сбор макулатуры, стеклотары – это уже всем давно известные процессы. В Твери мусор теперь и вовсе можно сдавать за деньги. Для этого установлен специальный экопункт, который заработал в мае этого года. Подробнее, как правильно и с пользой для хозяйства и природы избавляться от мусора, расскажут гости нашей программы. Это заместитель министра природных ресурсов Тверской области Иван Алексеевич Локтионов. Добрый день. И временно исполняющий обязанности Тверь спецавтохозяйства Черников Игнат Георгиевич. Добрый день. Итак, начнем с такого вопроса. Как работает система сбора ТБО в Тверской области? Ну, давайте, наверное, начну. Система сбора твердых коммунальных отходов работает у нас в соответствии с требованиями законодательства. Выбран у нас единый региональный оператор, который в собственности Тверской области. Это Тверь спецавтохозяйство. Да, действительно. И как раз на плечи данной организации возложена организация сбора, транспортировки на объекты захоронения твердых коммунальных отходов, которые образует у нас население, то есть мы, жители нашего региона. Соответственно, единый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе его раздельного накопления, у нас установлен порядком, закрепленным нормативным актом правительства Тверской области, в соответствии с которым все отходы люди собирают на оборудованные контейнерные площадки, откуда, конечно, рекоператор транспортирует мусор уже непосредственно на объекты захоронения предварительно на территории Тверской области. Это в городе Твери у нас есть один объект. Сортировка, который прежде чем захоронить, отбираются полезные фракции и направляем их на дальнейшую уже обработку. А что подразумевается захоронить? Что это значит? Захоронить — это значит, есть специализированные полигоны. К сожалению, да, у нас на территории Тверской области это специализированный полигон, соответствующий всем нормам санитарных правил. Это полигон, располагаемый в районе поселка Славное, Калининский район. Захоронить — это значит разместить его на карте для дальнейшего уже захоронения, когда будет полностью сформирована карта для размещения заполнена. То есть сверху он накрывается непроницаемыми материалами, чтобы не поступала влага и осадки. И, соответственно, он уже будет разлагаться на этом месте. Хотелось бы спросить, а как работает вообще, в принципе, система раздельного сбора мусора? На сегодняшний день на территории Тверской области и в связи с открытием экопункта, как вы ранее сказали, действительно у нас внедряется дуальная система. Соответственно, у нас есть два вида контейнеров. Отличить их можно по цвету. Это зеленый цвет для твердых коммунальных отходов. Это то, что у нас остается от пищи, то, что мы уже, скажем так, бросаем в мусорное ведро. И синий контейнер для раздельного сбора отходов, предназначенный для пластика, стекла. Они у нас тоже двух видов, есть сетчатые, есть с закрытыми крышками в виде капюшона, для того, чтобы наши жители не прикасались, а могли в специальную емкость опустить порядка 4-5 различных фракций. Вот. Соответственно, на сегодняшний день на территории города Тверь, на территории Калининского района, Конаково, мы расставляем синие контейнера. Вот. И, соответственно, совместно с Министерством природных ресурсов есть дорожная карта по расстановке синих контейнеров и организации раздельного сбора отходов на всей территории Тверской области. Введен недавно запрет на выброс в контейнеры неисправной бытовой техники. Как жителям быть с ней? Здесь больше касается, запрет был введен с 1 марта 2022 года. Больше запрет касается, это именно для юридических лиц. Это юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате деятельности которых как раз образуются такие отходы. В части касаемых физических лиц, также физические лица, действительно для удобства
должны оставлять такие отходы не в контейнерных площадках, а в отсеках для крупногабаритного мусора. Прежде всего, этот запрет как раз направлен на то, что запрещается захоранивать такие отходы. Соответственно, эти отходы должны направляться на переработку. Соответственно, региональный оператор, когда будет забирать эти отходы с крупногабаритных отсеков, он уже их будет направлять не на полигоны, а на специализирующие предприятия, которые занимаются переработкой данных видов отходов. Я также хотелось бы добавить, что помимо, как Иван Алексеевич сказал, специальные отсеки, куда также складируются данные отходы. Вот, на территории базы Тверь спецавтохозяйства по адресу улица Волынская, 65, есть специальная сетка для приема оборудования подобного. И два раза в неделю есть соглашение, согласно которому наш контрагент уже забирает данную технику. А где ведется переработка вот этих пластиковых бутылок? И куда, собственно, направляются остальные виды сырья, например, бумага, стеклотара? Ну, наверное, по пластику основным нашим контрагентом является завод вторичных полимеров, который находится на территории Тверской области, в городе Тверь, более уже 15 лет. Вот он здесь. Поэтому пластик. Что касается макулатуры, у нас есть порядка, наверное, 4 контрагентов, которые принимают макулатуру. Вот со всеми с ними у Тверь спецхозяйства есть договорные отношения, вот, согласно которым мы сдаем туда макулатуру, которую, в частности, наши уважаемые жители приносят в экопункт, о котором вы ранее говорили. Многие задаются вопросом, казалось бы, пластиковые бутылки. Что из них также изготавливаются? Из пластиковых бутылок. Ну, значит, у нас касаемо, если мы говорим про вторичное сырье, то даже есть вещи, из которых пластик перерабатывается в различные гранулы, фракции. Вот, и там, ну, есть, на самом деле, достаточно большой, наверное, перечень переработки, из которых получается вещи, которые даже, ну, вот, вокруг нашего обихода имеют место быть. И, то есть, ну, фактически они дают вторую, третью жизнь. Тут добавлю, действительно, есть на территории Тверской области завод вторичных полимеров. Он в первую очередь делает гранулы. Гранулы, которые направляются уже в дальнейшем на заводе, которые дают новую жизнь. А основным, который тоже пластик используется, и Тверской завод вторичных полимеров это используется, это в том числе изготовление скамеек. Скамеек можно изготавливать, в том числе его используются чуть ли не до одежды, новой одежды изготавливаются. То есть это различные виды продукции могут использоваться, в том числе переработанный пластик. Ну, его можно перерабатывать, соответственно, несколько раз. Да, его перерабатывают до нескольких раз, да. И наболевший вопрос, часто граждане у нас спрашивают, а куда девать батарейки и флакончики от всевозможных аэрозолей? В части батареек, давайте тоже прокомментирую, в части батареек действительно это тоже введен запрет на захоронение батареек на объектах размещения, на объектах захоронения отходов. Батарейки необходимо складировать в отдельных емкостях. В первую очередь также это возложена обязанность на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В части жителей это управляющие компании также должны оборудовать места для приема таких видах отходов, как батарейки, и, соответственно, заключить договора со специализированными компаниями, которые осуществляют вывоз и транспортировку данных видов отходов, потому что это уже второй, третий класс, да, опасности. Ко второму классу опасности относится, да. Классу опасности, соответственно, это специализированная компания, которая имеет лицензию на транспортировку и дальнейшую его утилизацию. Ну, я добавлю несколько слов буквально, что на территории Тверской области есть экологический проект «Сдай батарейку» с компанией Duracell. Также у регионального оператора подписано соглашение, и в рамках этого соглашения батарейки мы передаем на утилизацию компании Duracell, которая, как ранее сказал Иван Алексеевич, имеет лицензию для того, чтобы перерабатывать данный вид отходов, который относится ко второму классу опасности. Ну, мы также видели всевозможные контейнеры в учебных заведениях, в некоторых магазинах стоят специальные для батареек. В школах достаточно развито, продвигается эта история очень хорошо. А как утилизируются отходы производства? То есть это, я так понимаю, что это какой-то другой вид отходов?
Отходы производства, да, это немножко другой вид отходов, который не урегулирован именно нормативными правовыми актами в части от касаемых твердых коммунальных отходов. Здесь также есть отходы производства, допустим, это бой кирпича, бой бетонов, это от сноса зданий. То есть данный вид бетонов может использоваться также, он должен осуществляться на объекты захоронения, куда он там может использоваться на подсыпку, пересыпку уже твердых коммунальных отходов. Но все равно это все виды отходов. И, конечно, их тоже необходимо захоранивать именно на специализированных объектов, а не везти их в лес или в поля для размещения или подсыпки каких-либо. Потому что любой отход, который образуется со стройки, это все равно отход. То есть там есть как кирпич, там есть как опасные отходы, то есть их необходимо обработать, рассортировать, опасные отходы, соответственно, захоронить в соответствующие с требованиями законодательства. Если это, допустим, пересыпка, грунт, его можно пересыпать на полигоне, допустим, бетон можно использовать для подсыпки дорог тоже, там, допустим, для нужд. Ну и основными отходообразователями это, безусловно, являются юридические лица, это строительные компании, различные организации, которые, то есть это не жилой фонд, и региональный оператор тоже занимается отходами потребления и производства, но уже в рамках дополнительных договоров с данными юридическими лицами. Сейчас прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем. Напомню, что сегодня мы обсуждаем переработку твердых коммунальных отходов в Тверской области. И, соответственно, вопрос. Мы говорили, что есть отходы производства, есть, так скажем, бытовые отходы, да, которые выбрасывают граждане в контейнеры. И, собственно, нарушения это тоже бывают? Да, безусловно, нарушения бывают. Наверное, самая большая проблема, с которой мы совместно и с большой поддержкой Министерства природных ресурсов Тверской области совместно работаем, это несанкционированные свалки. Вот. В прошлом году силами регионального оператора было ликвидировано порядка 380 несанкционированных свалок. Вот, соответственно, совместно с Министерством природных ресурсов, совместно с природоохранной прокуратурой, мы выявляем данные свалки, мы их фиксируем и актируем. Есть определенная процедура. Вот, соответственно, для того, чтобы свалка была ликвидирована, мы должны установить собственника, уведомить его надлежащим способом. Вот. И в дальнейшем есть срок, который прописан законом, 30 дней. Вот. Либо собственник сам ликвидирует данную несанкционированную свалку, либо мы силами регионального оператора готовы эту свалку убрать, но при этом мы потом выставляем, скажем так, счет за то, что эта свалка имела место быть собственнику. Из-за кого эта свалка, что называется, случилась? Ну, иной раз выявить собственника, так скажем, вот этого безобразия не так-то и просто. Или это как-то с территорией связано? Нет, территории? Ну, здесь больше, да, здесь действительно выявить собственника, кто выкинул этого отхода, действительно это сложно. То есть здесь можно поймать только за руку человека или по видеокамеру, или кто-то из жителей действительно сфотографировал, снял видео, прислал это в министерство там, или в прокуратуру, или в соответствующие органы, в Росприроднадзор информацию. Тогда действительно можно выявить там, по номеру машины, можно выявить человека, который осуществил сброс отходов в неустановленное место. Что касается действительно, если такого человека не найти, то в соответствии с требованиями законодательства у нас именно собственник земельного участка несет бремя содержания и, соответственно, бремя уборки этого земельного участка. И таким образом, если мы не устанавливаем лицо, которое осуществило складирование отходов неустановленно, конечно, все требования будут предъявляться собственнику земельного участка. А если это граждане стихийно куда-то решили выносить вдруг мусор на какую-то прекрасную полянку, как с ними боретесь? Ну, такие случаи же действительно есть, особенно сейчас, летний сезон, отдыхающие, купающие. В таких случаях действительно есть у нас задача, задача, поставленная перед нами, которую действительно понимаем. Общие места, которые люди несут отходы, прорабатываем с региональным оператором, прорабатываем вопрос, чтобы действительно в этих местах поставить контейнеры, установить контейнерные площадки, чтобы с этих мест можно было бы уже организованно вывозить мусор. Потому что понятно, там, когда
мусор в лес вывезут. Это один вопрос, действительно они его вывезли, сделали несанкционную свалку. Есть другой вопрос, когда действительно не хватает контейнеров, не хватает контейнерных площадок. Мы видим, что приезжают на летний период в деревня больше людей, им действительно нужен дополнительный объем контейнеров. Здесь уже отдельно с рекоператором прорабатываем возможность установки именно дополнительных контейнеров, чтобы избежать таких несанкционированных свалок. По подсчетам специалистов, сейчас жители региона, так скажем, производят около 420-25 тысяч тонн мусора в год. Это вот реальное число? Да, это реальное число, но, наверное, по практике прошлых лет, 2020-2021 года, немножко побольше у нас, региональный оператор подтвердит, немножко побольше у нас объем образования отходов. Наверное. Да, но приблизительно объем цифр действительно, да, он такой. Он всегда у нас увеличивается в летний период, когда к нам приезжают. Особенно было увеличение, когда в том году было много у нас было гостей. Гостей приезжали, конечно, объем у нас немножко увеличился. А приблизительно цифры действительно, да, такие. То есть несколько раз в год происходит действительно большое увеличение. Это там, новогодние праздники, это майские праздники. Безусловно, когда наступает вот сейчас летний период. Вот, у нас есть Конаковский район, Калязин, где огромное количество отдыхающих. Поэтому, безусловно, количество мусора увеличивается. Мы заранее стараемся к этому готовиться. Как Иван Алексеевич сказал, добавляем контейнерный фонд, дополнительно расставляем, увеличиваем графики вывоза мусора для того, чтобы не было переполнений. Если, допустим, вот сейчас мы говорим, да, о пластиковой таре, понятное дело, что она буквально, наверное, преимущество ее в этом огромном количестве мусора. А если говорить, вот реально ли ее, в принципе, заменить, допустим, на бумажную или какой-то вот аналог? Раньше же мы как-то жили без пластика. Ну, вы знаете, наверное... Стекло, например, те же бутылки. Ну, много лет уже это имеет место быть. Это, наверное, такой, ну, достаточно дискуссионный вопрос. Его развернуть можно в несколько сторон, в несколько ракурсов. Но, наверное, действительно, можно. Но, вы знаете, наверное, сейчас мы исходим из того, что удобно, и потребитель к этому готов. И, целесообразно ли? Да, целесообразно ли. И ну, мы же можем в корень этого вопроса посмотреть первоисточник всего этого. То есть это производители, которые массово сейчас, если мы обратим внимание на полках наших магазинов, оно преобладает. Поэтому ну, здесь, наверное, не совсем... Мы будем компетентны полностью. Мы лишь видим и принимаем то, что есть ну, на самом деле. То есть мы видим объем пластика, мы видим объем стекла. Поэтому, наверное, заменить можно. Может быть, это даже приведет к каким-то более положительным моментам. Но временной фактор. Если пластик, что называется, захоранивать, да, у него уже срок разложения 100 лет, если я не ошибаюсь. Ну, там да, около 100 лет, но здесь действительно продолжение, вот хотелось бы отметить, здесь больше не отказ от упаковки, а мы должны сделать такую упаковку, которую можно перерабатывать. Пластик тоже можно же перерабатывать его, и поэтому просто необходимо приучить, научиться его сортировать и именно не выкидывать его в общий бак, а действительно отсортировать и отдать его уже на переработку, в пункты переработки. То есть тем самым мы как раз и сохраним экологию, и не будем захоранивать пластик, и дадим ему новую жизнь. Поэтому ну, от упаковки, наверное, все равно мы в ближайшее время не уйдем. В части действительно и ведется работа именно по изготовлению таких упаковок, которые можно переработать, а не которые уйдут у нас уже в землю опять, да. То есть, вот. Игнат Георгиевич, а по вашим наблюдениям все-таки граждане как приучаются к новой системе? Ну, вы знаете, даже на примере экопункта, с которого мы начали нашу дискуссию, мы видим обратный отклик. Мы видим людей, которые с самого первого дня, и мы видим уже людей, которые ну, с определенным промежутком времени несколько раз приезжают. Поэтому, безусловно, люди будут к этому приходить, и для этого мы проводим совместно с Министерством природных ресурсов эко-уроки. Сейчас наступил летний период, мои коллеги уже были в нескольких детских лагерях на территории Конаковского района. То есть у нас тоже есть дорожная карта, мы будем посещать. Есть игры, которые совместно разработаны. Вот. А поэтому для того, чтобы это в массы больше и больше вносилось. Поэтому я думаю, что действительно время
нужно время и нужно это пропагандировать в хорошем смысле этого слова, разъяснять, показывать. Вот, и постепенно люди, конечно, будут к этому приходить и придерживаться. И это будет очень и полезно, и ну, мы думаю, что изменим достаточно сильно ситуацию. Многие вот коллеги отмечают, да, что вот в основном такая вот... Такие мероприятия проводятся больше с подрастающим поколением. То есть это получается, что больше упор делается на подрастающее поколение, что называется, с детства, приучаем с детства. Вы знаете, действительно есть, приучаем с детства, потому что дети на сегодняшний день иногда очень хорошо и положительно влияют на родителей. Приходя домой, рассказывая о том, что были такие эко-уроки, и с помощью как раз детишек старшее поколение, взрослые, бабушки, дедушки, родители идут с ними. Потому что ну, это же тоже происходит даже в семье, может быть, в виде какой-то игры, в виде каких-то моментов, когда занесет. А тем более в связи с открытием экопункта мы же понимаем, что приходя в экопункт, сдавая одну из фракций, мы получаем денежку. Поэтому у детей есть тоже заинтересованность, наверное, собрать, прийти и потратить на какие-то там конфеты, игрушку, что-то. Да? Поэтому это хорошая, очень хорошая положительная история. А для того, чтобы донести до старшего поколения через детей, ну, это действительно работает. То есть родитель вроде бы как уже понимает, что ему становится неловко. Не избежать, и, да. не избежать. Что касаемо экопункта, он был открыт в мае этого года, он функционирует на протяжении месяца. И вот буквально сегодняшняя информация, что граждане принесли уже туда более 5 тонн твердых бытовых отходов, за что, собственно, получили более 40 тысяч рублей. Правда, это совершенно правда, потому что, да, мы наверное, на конец месяца, на конец мая, в июне это будет новая статистика, мы ее ведем ежедневно. Порядка, наверное, 120 килограмм алюминиевых банок было принято, сдано в экопункт, порядка 3 тонн, даже, наверное, чуть побольше макулатуры, вот, около тонны стекла и порядка тонны тоже вот различного пластика было принято, а цифру, которую вы обозначили, больше 40 тысяч рублей, да, действительно, это общая сумма выплаченных средств жителями за сданную фракцию. И надо отметить, что за каждый вид, да, вот принесенных отходов своя цена. Конечно. Да, у нас есть прайс, конечно, у нас есть прайс-лист на все виды отходов, на все фракции, которые на сегодняшний день принимает экопункт, и на официальном нашем сайте, и на стенде внутри нашего экопункта. Жители приходят, знакомятся с ним, и на основании данного прайса считаются те фракции, которые они приносят в экопункт. Ну, самый дорогой, наверное, это алюминий. Алюминий, да. Там, алюминий, не ошибаюсь, 40 рублей, по-моему, за килограмм. Да. Ну, вы знаете, цена сейчас меняется, она действительно меняется, потому что она меняется не потому, что мы ее меняем, а на фоне общей ситуации в мире, в стране, поэтому мы корректируем, мы придерживаемся, но для того, чтобы людям это было, ну, не просто для того, чтобы приехать, а для того, чтобы все-таки это было правильно и согласно текущим ценам, которые у нас в стране, потому что ну, у нас сейчас, слава богу, эта история развивается на территории всей страны. В Тверской области много населенных пунктов, да, где, может быть, и контейнеры стоят, но люди вот предпочитают копить мешки и привозят в экопункт. Собственно, мы сегодня делали сюжет о его работе и застали такую картину, что буквально вот люди с мешками приходят, их взвешивают, тут же делают расчеты и, как говорят работники, да, которые работают на приемке, что люди все-таки стали более грамотно и серьезно подходить к этому вопросу и правильно, самое главное, сортировать этот мусор. Угу. То есть, что касаемо бумаги, там же есть и картон, картон гофрированный, картон прессованный. Да. То есть, люди стали это различать и, соответственно, уже верно с этим работать. Есть ли какие-то... еще планы по организации подобных пунктов. Какая вообще цель была вот в открытии данного пункта? Как-то людей приучить? Потому что многие, например, говорят, нас не особо как бы вот мотивирует, да, вот выплата за этот мусор. У нас вот, допустим, с соседом какие-то соревнования, да, кто больше сдаст. Это действительно так. Видите, у кого-то соревнования с соседом, где-то
вместе поспорим для того, чтобы совместно в семье начали к этому приходить. Ну, на самом деле, в рамках национального проекта «Экология», в рамках внедрения раздельного сбора отходов на территории Тверской области, совместно с правительством Тверской области, было поручение о том, что мы должны создать и открыть первый экопункт на территории Тверской области. Он был открыт в городе Твери, около гипермаркета «Глобус». И планы действительно есть. Мы сейчас совместно с Министерством природных ресурсов обсуждаем, что есть еще несколько муниципалитетов, которые уже на сегодняшний день изъявили желание об открытии экопунктов. Мы определяем места, мы будем определять формат экопункта, то есть мы не придерживаемся той стилистики, которая у нас есть в городе Тверь. Вот, может, это будет что-то тематическое, что-то новое. То есть здесь у нас есть, скажем так, маневры для нашей фантазии. Вот. Но я думаю, что в ближайшее время в нескольких муниципалитетах общими усилиями мы откроем дополнительно. Это можно отметить, это как один из элементов экопросвещения. То есть действительно можно туда приводить экскурсии, туда приводить, делать какие-то мероприятия, экологические акции, действительно на деле показывать, как разделяется, что разделяется, на какие фракции разделяется, и в том числе как раз это будет просвещать наших жителей, как правильно разделять отходы и куда дальше они будут уходить на переработку. Ну, судя по активности граждан, наверное, этот проект им все-таки понравился, пришелся по душе. Ну, вы знаете, так как наши коллеги из Министерства природных ресурсов и у регионального оператора мы регулярно отслеживаем и соцсети, и те комментарии есть, и когда мы говорили о том, что в ближайшее время будет открываться экопункт, вы знаете, ну, действительно, очень положительные были отклики, потому что многие люди писали, что, ну, мы знаем, что на территории Московской области уже активно это развивается. То есть эта практика уже взята от столицы, как я понимаю? Нет, я не могу сказать, что она взята от столицы. Это в рамках национального проекта «Экология», она внедряется по всей стране, просто, ну, где-то немножко, может быть, они раньше начали, вот, но, опять же, мы одни из первых, кто на сегодняшний день внедряет, ну, и при том у нас получился достаточно масштабный, красивый, большой, очень хорошо наполненный, поэтому это не просто какое-то небольшое строение, это такое хорошее, основательное здание фактически. Вот, поэтому нет, суть как раз в том, что, ну, как Иван Алексеевич сказал, чтобы, наверное, приучать и показывать пример, и это один из, ну, наверное, таких больших шагов в данном направлении. Здесь действительно, потому что люди из других районных центров тоже, которые ближние от Твери располагаются, там Конаково, Ржев, Зубцов, Старицы и более отдаленные, действительно, есть запрос и потребность на такие, как пункты, действительно обращаются и просят тоже так же, чтобы мы организовали такие, как пункты у них в городах. То есть действительно будем прорабатывать данные вопросы и также внедрять данную систему на территории всей области. Вы знаете, вот в Твери, да, работает экопункт, граждане, конечно же, проявляют активность. Но вот если брать обращения, да, от жителей, допустим, районов, Калининского района, может быть, пригородных каких-то населенных пунктов, такой вопрос часто бывает, что если вдруг в населенном пункте нет контейнера, как быть гражданам, куда обращаться, чтобы, может быть, его привезли, или как-то приходила так называемая мусорка, да, приезжала, как раньше ее называли, машина, которая предназначена для приемки пакетов. Для сбора, да. Для сбора, да. Ну, здесь, конечно, задача рекоператора обеспечить всю территорию Тверской области именно вывозом. То есть как раз у нас предусмотрено или пакетированный сбор мусора, это в случае отсутствия контейнерных площадок и контейнеров, в случае наличия такой возможности и установки контейнеров, контейнерных площадок и контейнеров, соответственно, вывоз осуществляется с контейнеров. В других случаях как раз есть у рекоператора график, в соответствии с которым машина приезжает раз в день и вывозит мусор. Действительно, это есть очень большая проблема и очень большие трудности, в том числе и с жителями, это установка контейнерных площадок. Определить, куда все-таки поставить тот контейнер, откуда мы будем вывозить мусор. То есть в данной ситуации рекоператор, я надеюсь, поддержит. То есть мы готовы предоставить контейнера. Единственное, необходимо, допустим, в деревнях определиться с местом,
куда поставить контейнер, куда люди будут складировать отходы, чтобы не в 6 утра или в 9 утра, или в 12 часов дня, когда все на работе, машины приезжают, они могли положить этот мусор в контейнер. Сейчас, благо, контейнеры с крышками, поэтому мусор не разлетается. И рекоператор спокойно в течение дня приехал бы этот контейнер вывез. Ну, хотелось бы добавить, что, в принципе, у нас полномочия по обустройству контейнерных площадок, они у нас за муниципалитетами закреплены, поэтому, как Иван Алексеевич сказал, что есть действительно отдаленные районы, есть деревни, где у нас на сегодняшний день осуществляется пакетированный сбор мусора, но не в полномочиях регионального оператора определять место под контейнерную площадку. Поэтому есть процедура, которую нужно соблюсти, и как только контейнерная площадка будет определена, внесена в территориальную схему, в реестр, вот, официальный, и тогда рекоператор должен его обязанность обеспечить тем количеством контейнеров, которые предусмотрены, и дальше уже вести действительно ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов с данной контейнерной площадки. А куда в таком случае вот населению обращаться, что вот населенный пункт, нет контейнера? Ну, по каким-то причинам. Может, он построился недавно, или, может быть, ну, у нас область большая, да, отдаленных районов довольно-таки много. А куда гражданам обращаться? В администрацию или же напрямую в Министерство природных ресурсов? Или в Тверь спецавтохозяйство звонить, писать? Ну, правильнее в первую очередь, конечно, обратиться в администрацию района, администрацию поселения. В случае, действительно, если администрация поселения не предпринимает никаких мер и не решает вопрос с обустройством, конечно, можно обращаться к нам, даже нужно к нам обращаться именно в Минприроды, для организации именно точки сбора. Поэтому, чтобы мы тогда уже будем взаимодействовать с администрациями, чтобы все-таки определить то место, откуда... куда установим контейнеры на оборудованную контейнерную площадку, откуда, конечно, будем возить мусор. Ну и, в принципе, у населения возникают вопросы по поводу вывоза мусора, может быть, порчи или еще чего-то контейнеров. Куда в таком случае звонить? Ну, если есть действительно нарушение графиков вывоза, если есть контейнеры, которые в силу физического воздействия либо любой другой причины пришли в негодность, официальный сайт регионального оператора Тверь спецхозяйство, где всегда можно написать обращение, также позвонить на горячую линию Тверь спецхозяйства, есть колл-центр, который принимает данную информацию, обрабатывает и уже передает коллегам для устранения данных проблем. А что касаемо вот производственных отходов, да, если вдруг граждане заметили, да, такое, может быть, нарушение со стороны какого-то производства или организации какой. Это, я так понимаю, что они тоже должны сообщить об этом Министерству природных ресурсов. Можно напрямую, да, обращаться в Министерство природных ресурсов. Мы уже по подведомственной, мы перенаправим это или в Росприроднадзор, или примем себе уже в работу. То есть этот вопрос можно решить обращением. Это онлайн-обращение или это позвонить по номеру телефона, где-то в интернете можно найти информацию? Можно позвонить, но все равно, если они выявили, конечно, это необходимо зафиксировать факт, кто сбросил, хотя бы фотографию, видео машины. Ну и, конечно, все равно в дальнейшем в части работы у нас отдела надзора. Надзору все равно это необходимо будет связаться с лицом, кто это выявит, дать, чтобы он дал пояснение, уже сформировать все документы, и можно было бы принять меры административного характера к лицу, совершившему правонарушение. Ну и, соответственно, сейчас, как уже сказано ранее, да, у нас теплый сезон, люди потянулись за город, и если вдруг граждане заметили какой-либо несанкционированную свалку, да, ну, такого вот мусора отдыхающие, мы понимаем, да, что отдыхающие могут и за собой очень большое количество оставить всех этих отходов, куда в таком случае также обращаться? Ну, это также. Обращаться можно в министерство, можно также напрямую сразу обратиться в Тверь спецавтохозяйство в соответствии, опять же, с требованиями как раз именно уборка несанкционированных свалок в части составом отходов, твердых коммунальных отходов. Это как раз работа рекоператоров по их уборке. Ну, а в части действительно надзора, привлечения лиц, также информацию
тоже хорошо доводить до министерства, чтобы мы принимали со своей стороны именно меры административного характера. И напоследок также вопрос, буквально который прозвучал сегодня от граждан, как раз когда мы были в экопункте, точнее уже рядом с ним, заканчивалась съемка, и граждане спросили, что не принимает экопункт вот на будущее, кто, возможно, сейчас нас смотрит и как раз тоже подумал о том, что надо было начать раздельно сортировать. Да, сортировать мусор. И что туда нельзя вывозить? Ну, смотрите, во-первых, мы не вывозим туда... Ну, давайте начнем с того, что все фракции, их у нас 8, они перечислены на сайте и на стендах в экопункте. Самое главное, вся тара должна быть чистой, то есть мы не принимаем грязную тару. Вот. Соответственно, все, что связано с пластиком, со стеклом и жестяными банками, принимается в полном объеме. Пока не принимаются тряпки, пока, если я не ошибаюсь, да, не принимают. Там у нас пока нет именно сборок, вы ранее упоминали о батарейках, потому что пока мы работаем со школами, но в дальнейшем мы там тоже поставим отдельные емкости для батареек. Дальше мы еще увеличим, наверное, где-то плюс 5 фракций у нас в дальнейшем будет. Ну вот сегодня, да, такая тонкость, казалось бы, граждане приносили упаковки, если не ошибаюсь, это от каких-то лекарств. И это прессованный картон. Да. Он не принимается на данный момент. Он не принимается, потому что наш переработчик, как мы сказали, тот же завод Фредерик Полимеров, ну, во-первых, все, что связано с медикаментами, это, ну, это видно, и мы не можем это принимать. Нет, это именно упаковка, которая картонная. Картонная упаковка, ну, знаете, не видел я ее сейчас, не могу, мне сложно сказать. Поэтому это может быть связано с тем, что это не принимает завод вторичных полимеров. Здесь больше, наверное, сказать, что действительно и стоит задача перед региональным оператором, поставлена задача о том, чтобы они увеличили, расширили ассортимент, который принимают. То есть по мере того, как будет региональный оператор заключать договора на прием определенных фракций, то есть, конечно, будем увеличивать объем, увеличивать фракции, которые будут приниматься. То есть на сегодняшний момент действительно не все заводы принимают фракции, там, в том числе тетрапак проблемный у нас, проблемный в части, да, на территории Тверской области нету такого завода, который бы перерабатывал, это необходимо везти в другой регион. То есть действительно, когда настроим логистику, региональный оператор настроит логистику, настроит партнерские отношения с соответствующими заводами, будем расширять, конечно, линейку именно по фракциям. Ну, по вашим прогнозам, раздельный сбор мусора, он как вообще, в принципе, повлияет на экологию и жизнь граждан? Он, безусловно, повлияет на экологию, он улучшит улучшит экологию, улучшит охрану окружающей среды. Мы будем меньше захоранивать того же пластика, тот же тетрапак, тот же самый бутылки, тот же самый батарейки мы не будем захоранивать. То есть, когда мы это сделаем, это улучшится экология, улучшится окружающая среда, и, соответственно, улучшится и самочувствие, и здоровье наших жителей. То есть у переработки все-таки довольно серьезные перспективы. У нее большие, у нее очень серьезные большие перспективы, потому что, ну, мы говорим о больших объемах, мы говорим о целом регионе, и вы сами озвучили цифры образования отходов на территории Тверской области. Поэтому если в течение, дай бог, короткого периода времени наши сознательные граждане смогут максимально быстро прийти к раздельному сбору отходов, то это действительно сократит огромное количество захоронений. Я уверен, что если мы встретимся через какой-то период времени, то эта цифра даже за счет раздельного сбора отходов и переработки этих отходов, она будет снижаться. То есть полигон, ну, заметно уменьшится. Да, здесь можно сказать, действительно, под цифрой стоит задача действительно 100% направлять отходы на переработку, на сортировку. То есть мы все отходы, которые образуются, должны направить на сортировочные линии, на которых будут отбираться полезные фракции. И, соответственно, стоит задача именно захоранивать не более 50% отходов, которые сейчас у нас образуются. Сейчас фактически у нас захоранивается, ну, более 95% отходов, которые мы образуются, действительно, они идут на так называемые свалки. Задача стоит сократить такой поток отходов на свалки до 50%.
А если говорить о полигонах, много ли полигонов твердых бытовых отходов действует на данный момент в Тверской области? Можем ли мы вообще, в принципе, без них обойтись? Без них мы, конечно, не обойдемся. У нас сейчас на территории Тверской... Раньше на территории Тверской области действовало... В каждом районе был своя свалка. Ну, потому что, наверное, назвать полигоном это... Нельзя назвать полигоном, это больше свалка. Сейчас у нас действующих объектов, на которых, куда везутся отходов, это порядка 21 объекта, куда мы действительно везем. Все остальные закрыты, это порядка там, 12 свалок, они у нас закрыты. В дальнейшем, конечно, это не просто их закрыть, их необходимо привести в порядок. В том числе вот сейчас проходит мероприятие в рамках федерального проекта «Чистой страны», национального проекта «Экология». У нас включено туда рекультивация 5 свалок. Это 2 свалки Нелидовой Кимры, которая началась рекультивация в 2021 году. В настоящее время заканчивается рекультивация. Сейчас проводится биологический этап. Это посев травы. Наверное, если жители ездят, это Кимры как раз. На въезде Кимры, то есть сделали, да, действительно, теперь это сделали красивый, ну, холм, можно сказать, все равно перевели, то есть рекультировали, уменьшили вред, начать вред. И свалка, которая располагается в Нелидово у нас. И еще в рамках данного проекта, федерального проекта «Чистая страна» у нас на следующий год запланирована рекультивация свалки в Балагое, и в настоящее время разрабатывается проектная документация по рекультивации свалки в Красном Холму и Кувшиново. И также есть еще параллельно федеральный проект оздоровления Волги, где идет рекультивация старой свалки в Калининском районе, это на 13 километров Бежецкого шоссе. Она началась, работы там начались в 2021 году, сейчас они продолжаются, уже почти сформировано тело свалки, идет дальнейшая работа по обустройству подпорной стены. И, соответственно, в 2023 году планируется завершить рекультивацию данной свалки. И, конечно, сейчас новый федеральный проект также в Минприроде России принят, разрабатывается. Это будет называться он «Генеральная уборка», куда мы планируем включать все оставшиеся свои свалки и в рамках данного мероприятия рекультивировать. Сейчас активно идет подготовительная работа, это рекультивация свалки в Конаковском районе, это в Шорново. И действительно у нас еще помимо свалки, ну, может быть, это и не связано с твердокоммунальными отходами, но все равно у нас на территории города Твери есть шламонакопитель, который старый, в районе химоинститута, тоже ведется подготовительная работа по его рекультивации. То есть действительно в дальнейшем свалки все будут закрыты и рекультивированы. Ну, как вы сказали, обойтись полностью без свалок не получится, то есть какие-то объекты все равно останутся? Действительно, объекты останутся, и территориальные схемы, которые разрабатывали, мы считаем, что нецелесообразно, экономически невыгодно строить в каждом районе, муниципалитетом свалки, потому что это будет экономически необоснованно. Это необходимо, действительно, скажется, учитывая, что деятельность регионального оператора и деятельность, связанная с твердыми коммунальными отходами, это регулируемая деятельность, и она в основном складывается за счет платы населения, которое платится. Поэтому, проанализировав всю область, проанализировав действительно большое расстояние, большую нашу область, мы понимаем, что нам достаточно 4 объекта на всю область, которые будут соответствовать требованиям законодательства, и их будет достаточно для размещения всего нашего объема мусора, образующегося на территории Тверской области. В первую очередь сейчас мы, конечно, прорабатываем вопрос для подачи заявки в публично-правовую компанию «Российский экологический оператор», которая в том числе помогает строить такие объекты. Готовим документы для начала строительства именно объекта по сортировке в районе существующего уже полигона на 21-м километре, в районе поселка Славное. То есть действительно мы хотим создать современный комплекс по сортировке, который будет максимально извлекать полезных фракций, которые будут уже уходить на переработку, и, соответственно, мы будем приближаться к цели, к минимальному захоронению отходов уже на полигоне. Соответственно, если мы уйдем,
два слова буквально добавлю, потому что, Иван Алексеевич, то у нас останутся только сортировочные комплексы, то есть это будет самый крупный сортировочный комплекс, который будет в районе поселка Славное, но у нас их планируется три. Вот. Соответственно, если мы уйдем от такого количества полигонов, теми методами и способами, о которых сказал Алексей, что у нас останутся только перегрузы, то есть это временные, куда будут свозиться, и потом мы будем уже делать новую логистическую карту для того, чтобы мы смогли это размещать на тех объектах размещения, которые останутся после рекультивации. Здесь единственное, хотелось заметить, здесь по остальным участкам действительно ведем работу по поиску земельных участков, которые будут соответствовать именно требованиям экологического законодательства, где действительно можно будет размещать такие объекты. А что касаемо вот сортировочных комплексов, там необходимо какое-либо оборудование или это вручную все сортируется? Нет, это, ну, многие изготовители такого оборудования, конечно, говорят, что это автоматические комплексы. Но фактически, столкнувшись сейчас уже более подробно с разработкой действительно технологий, да, это в основе своей большие, которые комплексы, это автоматические, но все равно там есть линии, которые никуда не обойтись без ручного труда человека. Первичные, да, все равно это совмещенные как автоматические с помощью специальных рукавов, которые... Ну, нет, в любом случае, когда поступает мусор, в любом случае первая линия, первая лента, которая идет, это действительно люди, которые... А вот дальше цикличность процессов, она уже действительно может быть, ну, я считаю, что, наверное, процентов до 70, ну, объективно, если говорить, быть уже автоматизирована, это правда. Ну, а маленький комплекс, который будет рассчитан до 50 тысяч тонн в год отходов, действительно, там уже нецелесообразно, уже экономически невыгодно ставить автоматический большой комплекс. То есть там будут действительно ставиться маленькие комплексы с ручной выборкой отходов. Это была программа «Тема дня». Напомню, что главным вопросом сегодня было твердые бытовые отходы Тверской области, а также раздельный сбор мусора, как он реализуется в регионе. Какие меры для этого предпринимаются. Гостями студии были заместитель министра природных ресурсов Тверской области Иван Алексеевич Локтионов и временно исполняющий обязанности генерального директора Тверспецавтохозяйства Черников Игнат Георгиевич. Спасибо. Это была программа «Тема дня». Не переключайтесь.